Всем здорово, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил залететь на вандеркейс. У меня на балике 11296 рублей. Этот балик у меня остался с прошлого ролика. Мы там подняли плюс шестерик за видос. Надеюсь, сегодня меня вандеркейс будет окупать абсолютно так же. Но, в принципе, можно еще лучше. Полетели со старта снеговик 5 штучек на 6450 рублей. И в идеале, чтобы ты прям в начале мне хорошо выдавал. Уже вижу, галил конфетка. Это дорого стоит. Маг-10 на охоте, но это плюс. Да, отлично, мы со старта ролика поднимаем плюс 1000 рублей к балансу. А самое главное, как раз начать видос плюсе, ибо как ролик начнешь, так его и закончено. Вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скиваться карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео на вандеркейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей абсолютно на халяву. Так, а мы полетели дальше открывать кейсики. Давайте сейчас тронем какой-нибудь Porsche. Можно 5 штучек на 5450 рублей. И в идеале, чтобы ты прям в начале мне так же хорошо выдавал, как и снеговик. Вижу 2 АВП Нью Нуара. И по идее это плюс, да, 6500. Отлично, давайте еще 5 штучек. Так, вот здесь вроде как хреново, да, 5000, еще 5. Ну, что так... А, не, красный глянец, он дорогой, да, я шарю. Отлично, почти 15 тысяч на балике, еще 5. Так, 4000, еще 5. Понял, еще 5. Может, что-то прям супер жёлтый. Ну, это, кстати, хорошо, да. Но 5300, но все равно можно лучше. Еще 5 штук. Вот, вот сейчас падает 8200. Отлично, на палике почти 15 тысяч рублей. Так, сейчас полетели пипега. Я думаю, можно одну штучку за 3000 рублей. И можешь мне прям со старта хорошо выдавать. Но эска скоростной зверь, это, к сожалению, хреново. Давайте продадим еще одну штучку. Быстро попробуем. Закатная лилия. Ну, что-то ты как-то хреново выдаешь. Еще один. Резной нефрит, понял, еще один. Ну, вот, а почему не ножик, объясни мне. Ну, что-то как-то меня этот кейс прям жестко и противно сливает. Опять закатная лилия. Ну, алло, пипега, ты можешь мне выдать по-братски? Не, подождите, почему? Сука, такой слив. Так, не, пипе кейс я больше не хочу открывать. На балике 6451 рубль. Давайте тройнем мейби какой-нибудь эльфы. 5 штучек на 4400 рублей быстренько. Так, зеленый глянец, вот, тут, ну, 4500, хотя бы плюс, отлично, еще 5 штук, картисера вижу, 3400, ну, сука, сливать начинает, еще 5. Ну, меня это пипега очень, обычно пипега мне хорошо выдает, ну, может быть, она просто на стриме мне выдавала слишком хорошо, мы там два ножика выбивали, и, может, сейчас как раз пошел в слив в этом кейсе. Ну, ладно, этот кейс меня более-менее камбэкает, на балике 7700 рублей, давайте тогда, но все равно хочется что-то более-менее дорогое пооткрывать, Ламборгини. 3 штучки на 6270 рублей. Ну ты, сука, 5300. Ну дай плюс, пожалуйста, прям хороший, бешеный. Ну вот, 11 тысяч, а, отлично. Вот это прям отличненько было. Первоначальный баланс камбэчем. Так, окей, окей. Сейчас предлагаю какой-нибудь, дайте Rolls-Royce по одной штучке на 4000. Ну пипега дорогой кейс сливает, как будто бы этот может выдавать. Но я на это надеюсь. Юз камуфляж. Отлично, говно падает полное, 2200. Еще один быстро. Кибербезопасность. Ну, может, ты выдашь Rolls-Royce по-братски. Ну, камуфляж. Еще один. Опять камуфляж. Ну, хоть он не так жестко. А, хотя у нас... Ну, у нас уже на балике... Вот, хладнокровный 6500. Ладно, пошел какой-то укуп. Еще один. Удар кобры пролетает. Но интегрейл тоже окупает, на удивление. 6800. Хорошо, еще один. Радиационная опасность — это говно. Еще один. Ну, может, хотя бы мои 11 тысяч вернешь, например, ножиком за 10800 рублей. Отлично. Мы выходим в плюс этого кейса. Хоть и не в бешеный, но самое главное, что, в принципе, выходим в плюс. Так, окей, хорошо. Сейчас предлагаю глобал по 5 штучек покрутить, чисто на нем попытаться зафармить. Потому что этот кейс иногда выдает прям подряд очень хорошо. Так, 2300, еще 5 открываем. Понял, еще 5. Так, 2700, нормально, нормально, пока, в принципе, окупает меня чаще, меня, естественно, все устраивает, еще 5 штук. Так, окей, еще 5. 2800, еще 5. Ну, хочется как-то попробовать на этом кейсе 15-ку пробить, я понимаю, что это тяжело, но как будто бы, в принципе, это реально. Но пока мы на месте топчемся, мы даже 12 еще не пробили, а как будто уже можно, да? Ну вот, 12 тысяч пробили, отлично, еще 5. Вот, а, ну я думал, большая пушка, короче, думал, что это будет плюс, но ни хрена. А, так, ладно, глобал мне особо жестко не выдает, но нормально, мы с него в любом случае выходим в плюс, это хорошо. Так, окей, окей, может быть, все-таки пипега мне выдаст, но просто такой жесткий противный слив. 1100, понял, еще один.
А что с Пипегой? Почему? Ну давай, я верю. Значит, ты мне сейчас... Ты мне фармишь ману и выдашь в моменте прям супер жестко, я же прав? Да ну нахрен, реально просто слив в ноль. Вот, ну хотя бы перчат, ну не, ну это мало. Это все равно мало, ты меня слил намного жестче. Ну начал хотя бы периодически окупать. Ну я не знаю, ну тут опять слив. Ой, 3590 рублей на балансе. На самом деле странно, что меня Пипега так сливает. Ну не знаю, мне хочется еще его крутить. Не, ну он же должен мне повыдавать. Вот, изумрудный кварц, 8500. Ладно, может быть, все-таки я заберу свои слова. И ты меня сейчас жестко повыдаешь, наконец-то, 9600. Ну, слушайте, хоть мы, конечно, и были в шаге от слива, и он нас добил почти до нуля, но в итоге откомбычил так, что мы вышли в хороший плюс, и это, естественно, не может меня не радовать. Так, ну как будто бы с таким балансом можно опять, наверное, Rolls-Royce покрутить по одной штучке, давай. Если 20 тысяч пробиваем, то ролик заканчиваем. Да, если 20 тысяч пробиваем, точно заканчиваем. Щелкунчик, понял. А, щелкунчик это отлично, он же здесь дорогой. Давай, вот еще разочек, выдай что-нибудь жесткое. Ядерная угроза. 4600 у нас на балансе. А, сколько? 19700, сука, 300 рублей не хватает. Где можно 300 рублей быстро апнуть? Давай, 2024, как будто здесь 100, 300 рублей, прям вот сразу с 5 кейсов, да? Я же прав. 4800, у нас на балансе 20, даже 2000 рублей, 2024 мне очень хорошо выдает, и мы сегодня за видос удвоились, было 11 тысяч, стало 22, и я считаю, на этой прекраснейшей ноте можно заканчивать ролик, мы сегодня подняли плюс 11 кусков к балансу, и это отличный результат. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на Вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промокод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с киваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится, депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также не забывайте про бесплатный кейс, регистрацию на сайте. Ссылочка в описании под видео есть на Вандеркейс. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятненько. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за такой видос однозначно можно. Плюс 11 тысяч подняли. Были в шаге от слива, но смогли все камбэкнуть и выйти в хороший плюс. То с вас по-любому лайк, подписка и комментарий. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.